Свыше 23 тысяч проб на коронавирус исследовала единственная в области вирусологическая лаборатория на сегодняшний день. Как работает сейчас лаборатория и чьи анализы в приоритете? Все подробности в сюжете. На базе регионального филиала Национального центра экспертизы созданы две лаборатории – вирусологическая и особо опасная. Сюда привозят пробы на исследования, взятые на коронавирус. И именно эти специалисты узнают первыми о результатах. Всего из 23 тысяч проведенных исследований 154 оказались положительными. Кто же все-таки в приоритете на тестирование? В первую очередь идут беременные, онкобольные, которые нужно срочно в санавиацию заказывают. В первую очередь их берут. Детей маленьких, новорожденных, если отправляют, в первую очередь их. Потом берут на обследование. И в последнюю очередь, получается, медработники и профилактической целью. Сейчас в сутки в лаборатории проводят порядка 600 исследований. Ранее доходило до 1500. Мы находимся в комнате забора, и прямо сейчас у меня будут брать анализ на коронавирусную инфекцию. Здравствуйте. Вот у нас мы сейчас с индивидуальным тампончиком возьмем с носа и с тела. Ой. Ой, мамочки, аж глаз заслезился. Это не широко? А, говорит. Конечно, не очень приятная процедура, но такая необходимая сейчас. Анализ у меня взяли, и результат будет готов через сутки. По стандарту результат выдают через сутки, но есть и случаи, когда готовят его за считанные часы. Бывают такие ситуации, что человеку срочно санавиацию нужно вызывать, или же мамочка родила ребенка, чтобы ей дать накормление, нужен результат. И мы сразу же WhatsApp отправляем результаты. За день таких случаев до 20-30 доходит, потому что есть люди, которых на ИВЛ, срочно на операцию. Все исследования, если есть направление от медучреждения, проводят в лаборатории бесплатно. Кроме этого, любой желающий может сдать тест на коронавирус на платной основе. Очередей, как в первые дни, уже нет. Вероника Вишневская, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат.